Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с мода Пиксельмон. Добро пожаловать в наш пятый сезон, 88-ю или 9-ю серию. Ребята, честно, я уже как-то путаюсь всегда в этих сериях. Что мы будем сейчас делать? Я так смотрю на покемонов и думаю, кого бы следующего прокачивать. Если честно, мне очень хочется прокачать уже Пипинтера, хотя бы какому-то там 40-му, 45-му уровню, чтобы просто его уже выложить, потому что он как-то не сочетается, что ли, в этой команде, я так смотрю. И потом, наверное, Шакла. Одиша мы пока что оставим и потихонечку будем прокачивать Метанга, и потом его уже наконец-то выложим, потому что ему еще до хрена прокачивать уровни. И в принципе Клангу тоже там еще. О, это что еще такое? Клангу, в принципе, тоже, ну не скажу, что прям очень много, да, но все же более-менее так нормально. Это сюда, тут много всего, ребята, чего нужно выложить. Допустим, фиг его знает. Вот так. Замечательно, Пипинси, Родиш. Так, это тут должно быть. Ребята, Экспешер, давайте Экспешера, наверное, оденем на Пипинсера, да? У нас сейчас нету вещей в инвентаре, чтобы их положить сюда и пойти на Блисси, поэтому пока что, ребята, не будем никуда идти. Давайте пойдем сейчас на наш остров. Ребята, смотрите, какая фигня получается. Как у нас совпало с координатами, смотрите. 2300 и 1300. Это там, где мы качаемся на бишарпах. 2300 и минус 1300. Это наш остров. Совпадение? Не думаю, что это совпадение какое-то, потому что реально немного так странно. Ребята, и что я еще хотел спросить, точнее не спросить, а то, что узнать, уточнить. Давайте сначала бишарп. Давайте немного на бишарпах прокачаемся. Вот, он уже как-то с кем-то там дрался. А на бишарпах мы, в принципе, прокачаемся, так как их тут всегда, можно сказать, много, ну как, не совсем прям много-много, но с них нифиговенько опыт идет. И если мы немного даже постараемся, то к концу ночи мы прокачаем нашего Пипинсера, ну хотя бы к какому-то там 40-му уровню, чтобы уже можно было его даже выложить. И это, если честно, круто. И в принципе не будем даже на него тратить Блисси, а сэкономим Блисси, потратим ее там, допустим, на того же Метанга, потому что Метанга, если честно, еще долго прокачиваем. Поэтому немного, ребята, мы тут постоим. Вот тут класс, вот тут, вот этот островок мне так нравится. Можно будет вот так сделать, только, наверное, не сейчас, потому что сейчас ночь. Ну, ладно. Опа, вот тут Мэджикарп, как всегда. Мэджикарп, иди нафиг, не нужен нам Мэджикарп. Мы уже столько этих Мэджикарпов видели, что это с ума сойти. Охренеть, сколько тут вот этих бишарпов, да? Нифига. Ребят, смотрите, как там боссики. Боссики, это у нас там кто? Голдин и Зубат. Я не знаю, как-то, знаете, не на одного хочется нападать, и на другого тоже не хочется. А все, 40-й уровень Пипинсер. Покехил, в принципе, давайте уже на Шакла. Пипинсера можно уже выкладывать, ребята. Даже к концу этой ночи, когда там, можно сказать, практически половина ночи, можно сказать, что к концу этой ночи мы даже неплохо прокачаем наших покемонов. И я не уверен, что выложим Шакла, хотя посмотрим. Потому что, в принципе, просто у Шакла нету других эволюций, да? То есть больше эволюций у него нету. Поэтому его мы прокачаем даже к какому-то небольшому уровню. Короче, прокачаем его к концу ночи. Я не знаю, каким уровнем он там станет. Может 30-м, может 35-м. Это если мы уж очень постараемся. Хотя он уже 25-м. Но бишарпы уже начали пропадать. То есть уже их больше нету. Это очень фиговенько. Фух. Ребята, у меня, кстати, для вас есть небольшая новость. Ну как новость?
для тех, кто любит, как я строю, да? Потому что многие говорили, что там Эдисон, да, ты круто строишь. Ну, по сути, они видят, как я там, например, строю дом, как я построил музей и все остальное, да, по тем делам, которые я делаю, да, по стройкам. И, в принципе, они мне пишут, например, да, что Эдисон, вот ты там строишь. Круто. У нас есть отдельная рубрика, да, это, например, как построить, и там отдельные постройки, которые уже, в принципе, давно как-то не выходили, потому что, ну, как-то последнее время... Ну, не знаю, что-то не приходит в голову какие-то новые идеи, чтобы построить какой-то новый дом, да? Но, как вы помните, мы там строили кучу всяких домов, да? То есть я на видео, да, начинали, мол, там, всем привет, ребята, и начинали какую-то постройку, и я вам рассказывал, как она строится. Или же я просто строил, когда ко мне приходило какое-то вдохновение, да? Я строил, и потом, если постройка действительно классная получалась... Я потом в отдельном видео показывал, вот, мол, ребята, я это построил, надеюсь, понравится. Если, в принципе, мы наберем много лайков, да, то я покажу, как я это все строил. Но сейчас будет, ну что скрывать, то есть я надеюсь, что будет сезон. Короче, чтобы сейчас не сидеть и не рассуждать это, не знаю, как долго, сезон в стиле... Ластаск, как у Евгехи, да, кто там смотрел. То есть там будут какие-то определенные люди, может, вам уже знакомые, там Фирамир будет, с которым у меня отдельный сезон с Властелином колец. Ну, давайте уже этого шакла к 40-му уровню прокачаем. То есть тот же Фирамир, с которым у меня отдельный сезон, там его друзья, еще там несколько моих друзей, друзья моих друзей и все такое. И, в принципе, у нас будет, можно сказать, как Ластаск, в чем заключается сезон Евгехи, там Ластаск, да, то есть группа людей, которые просто живут и выживают в ванильном майне. А почему они это делают? А потому что у них как бы их вот этот сезон ассоциируется больше с постройками, да, то есть они там ходят, строят огромные города, огромные здания, то есть придумывают, что бы эти еще построить, а может то построить, а может там, короче, у них там куча всяких построек, которые они делают, это во-первых, а во-вторых, в принципе, твою мать, перекачал я шакл, так ты же был 39 уровень, как ты нафиг стал 41, твою мать, ребята, перекачали, значит, будем докачивать еще 4 уровня. Я тоже не хочу, но так уж получилось, что мы его прокачали боссом. Ну да ладно. То есть, ребята, это во-вторых, что, да, они там строят, то есть ассоциируется больше с постройками. А во-вторых, ну, дружный коллектив, да, то есть они там зовут друг друга в гости, они с друг другом что-то там строят, они там выживают, разговаривают, приглашают в серии, да, в гости, вот это все такое, и, в принципе, я надеюсь, что на этом сервере, который мы планируем также сделать, тоже будет такая дружная атмосфера и такой дружный коллектив, что мы там, да, будем строить, звать друг друга в гости, еще там что-то делать вместе, да. И, в принципе, придумывать какие-то офигенные постройки, чтобы показывать вам, да? Я надеюсь, что тоже так будет. И поэтому, почему я именно говорю постройки? А потому что, как бы, сезон совместный, да, это во-первых. То есть новый сезон ванилка. У меня давно был такой сезон, я хотел на ванилке поиграть, но я потом случайно или карту то ли удалил, или случайно, ну, как бы, или забросил его. Не то, что забросил тот сезон, а просто, знаете, как-то... Забыл про него, потом случайно удалил, наверное, карту. И, в принципе, больше не хотелось к этому возвращаться, потому что, в принципе, можно сказать, я удалил случайно карту, да? Поэтому, ребята, так получилось. И сейчас, можно сказать, отдельный ванильный сезон. Только не в одиночке, а с другими людьми. Не перекачайся, я тебя прошу. Ты перекачался? Нет, 45-й. А просто, знаете, у него как бы два умения выучились. Я такой, нихрена себе, ты опять перекачался. Ребята, мы за ночь прокачали Пипинсера и Шакла. Без Блисси. Сейчас будем... Давайте сначала Кланга прокачаем. И поэтому, ребята... то есть, я не говорю, что, мол, к
кто смотрит покемон, бросайте покемон, то есть Пиксельмон, не смотрите новый сезон. То есть, ребята, сезон не будет выходить каждый день, а может раз там вот тот ванильный, да? Может будет выходить там раз в пару дней, но на то он и рассчитан, да, чтобы ты зашел, построил, потом несколько дней отдохнул, может без съемки что-то построил, и в принципе вот так ванильно мы там будем строить. И в том-то смысл, что мы будем там выживать, строить какие-то там фермы, чтобы нам хватило ресурсов. Я не знаю, какая вообще там сложность стоит, но я надеюсь, какая-то сложная, чтобы было сложнее выживать, в шахты ходить. То есть, кто любит Пиксельмон, прошу, оставайтесь тут, смотрите, что за ужастики, нахрен, клоуны какие-то. Я, знаете, у меня такое, я могу что-то разговаривать, а там какая-то хрень такая идет, что просто невообразимая какая-то хрень, что это вообще такое. Я, ребят, я не знаю, вы это не видите, но там вообще дурдом какой-то, а не фильм. Мне как-то пофиг, знаете, то есть я без, хоть там... Не знаю, что идет, я не могу без телевизора сидеть и играть. Я не знаю, почему мне как-то скучно становится. Поэтому, ребята, просто это вот такая небольшая формулировочка, да, чтобы не было, что... Нет, я пойду лучше на тот сезон, нахрен поставлю дизлайк, чтобы Эдисон знал, что этот сезон дерьмо, и чтобы он пошел, сделал лучше серию Пиксельмона. Вот таким, ну, такие люди у меня ассоциируются просто с одним движением, это вот таким, потому что я... Хоть ты и обожаешь Пиксельмон, но... Раз ты... можешь сказать, уважаешь меня, то ты должен уважать все, что я делаю. И вот таких людей я тоже ценю и люблю. Я, в принципе, всех вас люблю, но в том смысле, что людей, которые меня поддерживают, я лучше отношусь. То есть, если я там прохожу какую-то игру, если они там говорят, это круто, да, то спасибо. Если я прохожу еще что-то и говорят, что это круто, то спасибо. Если там какой-то отдельный сезон, то если мне говорят, нифига себе, Чармандер, здрасте, если там какой-то отдельный сезон, дай мне там говоря, что это круто, то тоже спасибо, в принципе, мне это действительно очень приятно. А давайте полетим к Энтею, вдруг он заспавится. И, в принципе, мне может сказать, это действительно приятно. То есть, если вы любите Пиксельмон, прошу вас, смотрите дальше Пиксельмон и все. То есть, я вас не заставляю смотреть что-то иное, да? А это делается, можно сказать, для тех людей, которые мне говорят, что, мол, Эдисон, мне там нравится, когда ты там ходишь в шахту, да, и многие люди, которые там говорят, о, нифига себе, Эдисон, ты там красиво строишь, да, мне нравится, как ты строишь, строй больше. И это делается для тех людей, и, в принципе, еще можно сказать, даже для тех, кто рарбосс, кто любит какие-то там постройки, и, в принципе... Ух, не хочу я туда спускаться, ребята. Да, ленивый, знаю, но не хочу как-то туда. И, в принципе, для тех, кто там хочет, чтобы я играл больше с другими игроками, и, в принципе, кому нравится там ванильный Майнкрафт, чтобы мы ходили, выживали потихонечку, там, данжи лутали, в шахты ходили, строили что-то, то это делается для этого. Я, в принципе, надеюсь... И буду рад, если вам понравится этот сезон, и вы будете вместе со мной в нем выживать и, в принципе, играть в ванильный майн. Я не скажу, что это очень интересно, чтобы прям зашкаливала интересность, как, например, там с индустриальными модами, прохождение карты, все такое. Но я хотя бы в какой-то... Вот. В какой-то мере надеюсь, что этот сезон вам понравится и... Не заставляю смотреть тех, кто любит только Пиксельмон, а все другое обсирает. Но хотя бы надеюсь, что какие-то люди, которые меня ценят и, в принципе, им нравится, что я делаю, да, и неважно, и Пиксельмон ли это или что-то другое, да, то если они будут это смотреть... Хоть и ванильный Майнкрафт, буду смотреть, что я там строю, да, например, или еще что-то, то, в принципе, это будет круто, я действительно, ребята, на это надеюсь. Эндстоун нам выпал, ни хрена себе. Спасибо, но, конечно, он нам нахрен не нужен. Опа, опа, опа. Ух, что-то у меня спина так болит, что с ума сойти. Ладно. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Замечательно, ребята. Мы как раз... Легендарный босс, я просто не хочу туда идти, потому что там будут такие жесткие лаги возле музея. И, в принципе, в следующих сериях, ребята, не забываем, что в следующих сериях, то есть каждые 10 серий,
у нас идет очистка музея, да, те, кто комментировали, но перестали комментировать, они вылезают, они вылетают с музея, ну, в принципе, потому что они уже перестали, да, комментировать. А те, кто на протяжении каких-то там 10, я не говорю, нет, не нужно сейчас писать, что, мол, Эдисон, ты вот сказал на протяжении 10 серий, я уже там комментирую 15 серий, я до сих пор не попал в музей. Ребята, нет, ну, в принципе, на протяжении какого-то количества серий из-за вот этот промежуток между 70-й и вот к следующей очистке, да, то есть не к 70-й, а с предыдущей очистки до следующей очистки, кто активно комментировал, попадает в наш музей. Кто только что присоединился и не знает, что такое музей, то туда на покемонов, которых я словил, я ставлю их статую в музей, и людей, которые принимают активное участие в обсуждении видео, да, то есть ставят лайки, комментируют, с душой комментируют, а не для того, чтобы попасть только в музей, как это было. И поэтому я сократил музей только к 10 сериям. Раньше мы добавляли и убирали с музея, ну, убирали, нет, добавляли музей каждую серию новых людей, и этот музей, можно сказать, захватил вот этот сезон, а сейчас я уже убавил повороты, и только в 10 серий мы возвращаемся к музею, добавляем, убираем людей. Поэтому, ребята, никто не отменял музей. Если вы хотите попасть в музей, то просто ставьте лайки под видео, да, и комментируйте видео. Если вы будете действительно активно комментировать, например, ну, обсуждать то, что я сделал в видео, или, например, там, давать какие-то офигенные советы, что я не знаю, вы мне что-то посоветовали, да даже не только по Pixelmon, а по чему-то другому, например, там, совет пройти какую-то игру, посмотреть какой-то сериал, или просто там написать, какая у вас погода, да, то, мне кажется, больше будет мне приятно, чем, например, зайдет какой-то человек и напишет, о, крутое видео, и оставит комментарий только по названию серии, и даже, наверное, ее смотреть не будет, как это, в принципе, уже неоднократно случалось. Поэтому, ребята, комментируйте, и, может, вы уже даже сейчас находитесь в моем списке, то есть люди, которые активно комментировали, комментируют, да, я их добавляю в список, и они находятся в том списке до тех пор, пока не подойдет их очередь попасть в музей. То есть сейчас у меня в списке есть там люди, которых я уже заметил, которые активно комментируют, и которых я добавлю в музей, когда подойдет их очередь, и они попадут на какого-то покемона. То есть, может, уже вы сейчас находитесь в музее, в блокноте, те, кто активно комментирует, и те, кто принимает активное участие, да, может, вы уже потом попадете в музей, когда мы будем добавлять людей, да. А если вы еще только начали комментировать, так, сейчас, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 9, то есть, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, сколько я добавил? Я как-то, знаете, говорю еще тихо и считаю. Ладно, лучше я перебавлю, чем потом мне скажут, что вот Эдисон, мол, убил там 10 близ, я дал только 9 вещей. Я, знаете, как-то считал, у меня что-то сбился, и лучше я там передам одну вещь, то есть на одну вещь больше, и меньше будут меня обвинять в чем-то, чем я там не додам одну вещь, и потом будут меня обвинять, что, мол, Эдисон там на одну вещь сэкономил, да? Охренеть, это еще что такое? Одна Блисси. Давайте три Блисси убьем, если будут большие уровни. Третья Блисси. 20 кусков опыта для того же Лукарио. Это хрень, вот это название. Иксайзер. Третья Блисси, ребята, запоминаем? Смотрите, даже 4 вещи нам возвратились. То есть, я выкинул 10 или там 11, но 4 нам как бы уже вернулись только с босса. 3 Блисси, ладно, запомним пока что. Поэтому, ребята, в принципе, просто комментируйте. И если вы хотите попасть в музей, если вы хотите увековечиться в музее, можно и так сказать, в этом сезоне, то комментируйте, и может даже ваше имя сейчас находится уже в списке, и потом вы попадете на статую, можно сказать, ну, на какого-то покемона, который находится в музее. И, в принципе, ребята, комментируйте. Каждые 10 серий или сколько-то там я буду добавлять новых людей в музей, и старых, кто уже перестал комментировать, убирать, ребята. Поэтому комментируйте, те, кто хотят попасть в музей, и начинайте активно комментировать, те, кто
тоже уже как бы захотели, хотят попасть в музей. Кого мы нафиг следующего берем? Старли. Вот Старли, как я говорил. И больше тут вроде у нас в этом втором ящичке никого нету. Вроде тут уже все прокачаны. То есть Шакла мы прокачали, а замечательно взяли Шайни Старли. Праймейп, нет, все. Первый и второй бокс уже прокачаны. Приступаем к третьему. И третий у нас идет Рэдженролл, ребята. Пипинтер прокачанный. Давайте еще вот так сделаем, да? То есть заполним вот это. Вот так, пустые ячейки. Почему они так, нет? Третий, замечательно. Потом у нас Янма идет. Хоктовол у нас уже прокачанный. Забдос. Яички. Бишарп. Бишарп потом тут тоже парочку уровней. Гроудоша. Ладно, приступим, ребята. Кланга. Это у нас какая Блисси? Это четвертая Блисси будет. Сейчас давайте отойдем, чтобы они переспавнились, потому что маленькие там уровни. А как вообще кланг эволюционирует? То есть я надеюсь, что он обычно эволюционирует с обычной эволюцией, а не сейчас... Ой, то есть с поднятием уровня, а не сейчас окажется, что через какую-то там другую эволюцию, да? А он походу через трейд что ли? А нет, он не через трейд. Он... Короче, мы его сейчас уже докачаем, ребята. Через парочку уровней уже, он уже эволюционирует. Какая? 31-й. Они вообще переспавнились? Да вроде да, 44-й. О, 47-й. Четвертая Блисси по счету. Пятая Блисси. Какой там? 47-й. О, здрасте. Шестая Блисси. Metal Sound. Седьмая Блисси, еще три Блисси. И вот эволюция кланга. Там еще босс, мне интересно, кто это и какой босс. То есть обычный, там легендарный или еще какой-то. Сейчас посмотрим, если успеем, конечно. Вот сейчас я как-то боюсь его эволюционировать, то есть прокачивать, если сейчас он 49 уровень. Потому что может быть такое, что мы убьем одну Блисси, и он станет 51-м, и потом его дальше прокачивать. А знаете, что там... Вот. А дальше там, в принципе, сложно. И, в принципе, мы его опять сможем перекачать. Это хреново получится. Но я надеюсь, что мы его не прокачаем. И давайте, в принципе, того же босса убьем. Может, даже с боссом он уже эволюционирует. Сейчас посмотрим. К сожалению, нет. Ну, ладно, оставим Кинг-Кланга. Давайте как раз на него посмотрим. Нет, не на Лукарио. Ребята, дайте я тут уберу шейдер, потому что это жопа какая-то. Так, ладно. Вот, Клин Кланг. Нихрена себе он мелкий. Он еще шайни, кстати. Я как-то... Хотя, ну как, забыл. Ладно, шайни. Сейчас давайте оставим Клин Кланга. Потом его докачаем там на бишарпах или еще на кого-то. У нас есть три Блисси. Давайте Одиша. Одиш. Глум. И потом кого-то мы сделаем. Три Блисси, ребята. Ага, вот оно что нахрен. FG. Next. G. И где там еще G есть? Вот. Еще три Блисси, ребята. Ну давайте быстренько. Ух, сейчас куча уровней этому Одишу пойдет. Мега Дрейн давайте. И вот эволюция Шайни Одиша. Еще две Блисси осталось. Давай, давай, давай. Сейчас, в принципе, пойдем уже его эволюционируем в кого-то там. В принципе, нам и так еще нужно будет одного Одиша словить. Так как у него есть две ветки эволюции, то есть Одиш, потом Глум. Из Глума есть или с травяным камнем, или с солнечным камнем. И вот Глум уже 29 уровень. Ну ладно, мы его и так к 40-му будем прокачивать. Это еще 9-я Блисси, да, то есть еще последняя. И вот 40-я, давайте как раз
Вылечим, убьем последнюю Блисси, и Глум как раз будет какой-то там 33-34, и потом ему еще там парочку уровней останется. Ну ударь ты нафиг. Вот так. 36-й даже, ни хрена себе. Ху. Пам-парам-папам в инвентаре. Ладно. Пойдемте, ребята, прокачаем. Давай, я не знаю, честно, в кого. С травяным камнем или солнечным? Не знаю, честно, ребята. В принципе, если мы эволюционируем с травяным, солнечным, и так нужно будет, потому что еще одного одиша нужно будет словить. Но я не знаю, честно, ребята. Ну, давайте. Ой, а что я тут, что я там вообще делаю? Я не знаю, честно, ребята. Давайте случайное число какое-то. Давайте посчитаем, сколько вещей у нас сейчас в инвентаре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ровно 30. Опа, там два босса. Блисси легендарный босс. Охренеть, ребята. Там бы столько опыта нашему Глуму дало, что он был 36-й, стал бы хрен его знает каким. Ну да ладно, почему я это считал? 30 вещей, чтобы вот так. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Извиняюсь, кто хотел солнечным камнем, но у нас 30 выпало на травяной. Но, в принципе, не расстраивайтесь, следующий одиш у нас и так уже будет, если мы найдем одиша. Я не знаю, если мы не найдем шайни, то, наверное, просто словим обычного. И эволюционируем его с... Ну, вы поняли, солнечным камнем. Ладно, ну что, ребята, приступим. Вот он, замечательно. Давай. Серия опять долгая получилась. Я надеюсь, вам это, ребята, нравится. И за это поставите большой лайк, да? Я надеюсь на это. Ох, я наконец-то постригся, ребята. Забыл сказать, не знаю, сколько я там уже думал. Идти стричься, не идти стричься. Но наконец-то решился, да, и пошел. Вайл и Плум. Давайте как раз посмотрим. Вот он. Посмотри на нас. Где твоя морда вообще? Вот она, маленькая. Но шайни замечательно. Еще парочку уровней осталось. И мы его выложим. Сколько шайни в этой команде? Старли, Вайлиплум, Метан, Клинклан. 4 шайни в этой команде. И в принципе все, ребята. Давайте уже на этом заканчивать. Я надеюсь... Вам понравилась эта серия, и также, что вы поставите за нее лайк, если вы хотите больше серии Пиксельмона. А больше, я поэтому и говорю, я подмечаю это, что если эта серия наберет 500 лайков, хоть когда, хоть прям в эту минуту наберет, или, допустим, через несколько часов, то выйдет новая серия. То есть, вторая серия за день выйдет сразу же. То есть, эта серия набирает 500 лайков, и сразу выходит нафиг новая серия. Поэтому, ребята... будет ли две серии Пиксельмона или там чего-то другого, какого-то там прохождения в день, зависит только от вас. Если вы хотите видеть две серии Пиксельмона в день или серию Пиксельмона и какое-то другое прохождение или выживание или еще что-то, то просто ставьте лайки. Если эта серия набирает 500 лайков, то сразу же выходит... Извиняюсь, сразу же выходит новая серия, ребята. Поэтому... Все, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, вам нравится то, что с веб-камерой. В принципе, многие говорили, что там с веб-камерой, да, делай. Многие говорили, что без веб-камеры, потому что она мешает. Но все же, если вам нравится, то пускай будет, да. В принципе, все, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Да, пока.